Друзья, всем привет! Сегодня, значит, речь пойдет у нас о гайковерте. На самом деле их много на рынке, очень полно электрических, пневматических и аккумуляторных. По сути, из всего этого дела многообразия можно выбрать абсолютно все, что вы хотите. Я для себя выбрал недорогой вариант, который, в принципе, меня устраивает. Я пользуюсь им третий год. Заявленная мощность у этого гайковерта составляет... Максимальная мощность, которую он крутит, это 400 ньютонов. Я думаю, что гораздо меньше, но в целом это не важно. Мне важно, чтобы он откручивал все гайки на квадроцикле. И в этом я вам могу сказать абсолютно точно, он это все крутит. Для того, чтобы вы убедились, я буду показывать ее закрученные гайки с помощью инструмента. Выставлю как раз то количество ньютонов на метр, которое заявлено производителем по закручиванию тех или иных гаек. Поэтому в целом, что могу сказать, просто посмотрите это видео до конца, поставьте лайк, если вам это понравилось, есть какие-то у вас вопросы или комментарии по всему этому. Не стесняйтесь, высказывайтесь, пишите. В целом, вот такой гайковерт R18IW3 или I. В целом, что еще можно сказать? Made in PRC. Вот такой вот у него аккумулятор. То есть это 2-амперник, 18 вольт. Ну, в целом, вот такой вот буду показывать, чтобы дальше, в принципе, можно было оценить, насколько он подходит. Погнали! Итак, проверяем мы, значит, затяжку ступичной гайки. Там у нас указано по мануалу 205. Плюс-минус 15 ньютонов. Ну, у меня выставлено 196. Ну, соответственно, пробуем, проверяем, насколько затянуто. Все, дважды проверили. Соответственно, включаю на гайковерте. Гайковерте третью, соответственно, скорость и... Вот, собственно говоря, ступичная гаечка у нас открутилась. Очень удобно, поэтому в этом плане нет проблем крутить с ним.